На стоимости продуктов никак не отразится, но на настроение жителей Иркутской области скажется. Речь о 31 декабря. В течение недели жители региона решали, каким будет последний день 2019-го, выходным или все-таки рабочим. Голосование стартовало еще 11 декабря во всех социальных сетях. Инициировал его экс-глава Иркутской области Сергей Левченко. Предложение заключалось в следующем. Рабочий вторник 31 декабря сделать выходным, но при этом в субботу 28 числа нужно будет потрудиться. Проще говоря, может получиться так, что следующая рабочая неделя станет шестидневной. Но не для всех. Календарные изменения коснутся только работников государственных учреждений. Для частных организаций подобные указы носят рекомендательный характер. Тем не менее, большинство пользователей интернета проголосовали за то, чтобы сделать последний день года выходным. Но есть один нюанс. Пока шло голосование, в нашем регионе сменился губернатор. И какое решение примет уже Игорь Кобзев, станет известно в ближайшее время.